Шли мы, заведение, значит, есть терраска, но так как прошел дождь, там никто ничего не убирает, мокро. Под крышей несколько столов, мы сели за один из них. Внутри помещения, там, где работает кондиционер, стоят две компании большие, наслаждаются индийской кухней, и они индусы. Если они сюда ходят, значит, здесь вкусно и хорошая обстановка. Поэтому, с одной стороны, можно рекомендовать это место. Ивлев со своим на ножах здесь отдыхает. Посмотрите на разнообразие этого меню. Ну, цены приемлемые, относительно приемлемые. Знаешь, что я смотрю, тут этот... Недорого? Нет, ну, понятно, что недорого, а тут хрен поймешь, из чего все это. Блин, почему они вот не делают для русских что-нибудь? А тут индийские чисто? Ладно. Чачун пати, рага пати, сматар, самоса чат, сарас. Давай скажи что-нибудь на камеру. Рекомендую всем что-то. Приходить в новые заведения подготовленными. Пришли в индийское заведение, будьте здоровы, начать звание хотя бы выучить. А то по названию блюда вам не будет понятно, что там. Надо, кстати, было грим и блестящий. Единственный недостаток этого заведения, первый, который попался, это то, что это веганское заведение, и здесь нету ни одного блюда с курицей. Это плохо. Но с другой стороны, индийцы, индусы, они веганы, поэтому в большинстве заведений может не быть блюд этих. Но я буду в поисках там, где мне подадут мое блюдо, которое мне очень понравилось в Гоа. Значит, что мы заказали? Мы заказали вот это. Принесли нам одно из блюд, и скорее всего, что это вот халф нутали. И вот сыр. Так, это у нас палак панир. Макать. Ты берешь рот, все макаешь. Нет, это все руками едет. С чем? Ну это вот все вместе, вот это все вместе. А это ж, это гарлик. Это, ну чесночный? Ну вот, значит. Ну ты будешь пробовать? Что ты скажешь про лепешку? Очень вкусно. Это лепешка обычная. Вкусная лепешка с чесночком сверху. И это зелень. Объедение. Если хоть не кушать. Да закажи какой-нибудь напиток просто. Обычно. Так, что теперь это, по-моему? Да, давай это. Как называется? Это палак панир. Палак панир. Перемешай там. Там все надо перемешать, потому что там сыр.
Там ничего. Вон, видишь, белый кусочек сыра. Это брокколи, что ли? Это не брокколи, это шпинат. Ну, по-моему, шпинат. Как сыр. Горячо? Можешь помолчать? Вверх говорю. Я это обязательно в видео вставлю. Да. Ну. Сыр безвкусный, козий. Без горчинки. Послевкусие какое-то мне интересно. Без немножко остренького. Ну тоже имеет место быть. Внешний вид так себе, конечно, закашечный. Тоже чесночок, по-моему, есть. Дальше давай пробуем. Горячий. Это десерт был. Вот это вот вкусное. Хрень. Что-то сладкое. Сыр какой где? Какой сыр? Вот этот панир. Так вот он. Вот это вот? Да. Anything else? Huh? You want anything else more? Okay? It's okay, all right. My English not good. Not so good my English. Thank you. Хозяин приходил, ты снял его? Нет, не снял. Почему? Это самое интересное было. Подожди. Я думал, ты хочешь такие? Это карри. Это острый карри. Ничего особенного. Я думал, ты хочешь такие трубочки. Помнишь, у них трубочки были? У них доса была. Сыр. Вот доса. Не сыр, а это не это лепешка была. Не лепешку, я тебе потом на видео покажу. А ты... И третий пробуем этот. Ой, что-то я у него надо было попросить водички. Ну. Это вкусные штуки. А это что, это острое, да, явно? Явно острое. Попробуй. Нет? Это не острое, но у этого такой вкус вообще очень специфический какой-то. Сейчас там уберу это, чтобы... Ммм!
Вот это вкусное, вот это надо брать с собой. Я даже готов отдать за это 20 бат. Щербет? Это типа пирожная картошка, но с нотками какими-то специй, и там большое количество, как будто миндаль. Но миндаль на терке тоненько. Саби? На терке тоненько, на этот, на терке. 1027 получилось. Ну, это вкусненько. Тоже. Вот такая сверху, как будто фольга. Сверху шоколад и белый карри. Ну это вкуснее пирожные, чем мы пробовали. Очень сытно. Знаешь, ее можно купить и на 4 части разрезать. Угу. Я вот тоже подумал сейчас взять и вот этого. Я обычно 3-4 печеньки ем. Этого на чашку чая даже много будет. Угу. Вот это не такая. Она вкусная, того ощущение, что когда мы там добавили шоколад. Шоколад, карри и серый шоколад. Ну, это вкусно, это как пирожное, но только с миндальное что-то такое. Да? Угу. Она, я бы не сказал, что она супер. Сколько стоит? По 20. Это недорого. Для пирожного такого недорого. Я когда признал, как все. Знаешь, что там еще? Имбирь. Сколько имбиря? Возможно. Приторно. Нет, не приторно. То, что это масло, да. Угу. Имбирь. Не для лечения. Рекомендуешь? Я рекомендую Александру Меньшеву.